Щелково Аграхим – крупное системообразующее предприятие с филиалами по всей стране и за рубежом. Оборот в 2021 году составил более 29 миллиардов рублей. В компании занято свыше 2000 человек. Тех, кто внес вклад в развитие производства, руководство предприятия пригласило на торжественное собрание, посвященное Дню химика. Дорогие друзья, с Днем химика вас, с Днем преобразователей природы. Мы за 20 с лишним лет превратились из, в общем-то, начинающей научной компании в элемент экономического могущества нашей страны. Мы платим много налогов, миллиарды налогов. Мы удерживаем и расширяем наши рабочие места. У нас последние 10 лет каждый год прирастаем не меньше, чем 15-20%. Более 50 работников Щелково Аграхима были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Хотелось бы от всей души вас еще раз поздравить с праздником, с вашим профессиональным праздником Днем химика. Пожелать вам дальнейших творческих успехов. Каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, любви. Щелково Аграхим участвует в благотворительной акции «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи и оказанию иных мер поддержки жителям Донецкой и Луганской республик, российским военнослужащим. 26 мая сотрудники предприятия отправили фуру с гуманитарным грузом в Белгородскую область, где находятся беженцы и российские военные. Благотворительность – это человеческая потребность, это не обязанность, это человеческая потребность. Каждый человек маломальски способный что-то делать больше своих возможностей, он обязан помогать. Россия – это особенная страна, которая испокон исповедовала взаимопомощь. И мы, в общем-то, поддерживаем такую человеческую и историческую, и российскую традицию и особенность. Традиционный концерт, который аграхимовцы готовят на День химика в Центральном дворце культуры, на этот раз прошел в поддержку российских вооруженных сил и жителей ЛНР и ДНР. Щелково Аграхим. Предприятие уникально само по себе, а также уникальны люди, которые там трудятся. И то, что вы делаете в то сложное время, которое сейчас, достигая технологический суверенитет для Российской Федерации и для Щелково, вы стали номер один и первые откликнулись на все предложения президента. И все предприятие развивается именно в том ключе, которым сейчас нужно. В концертной программе приняли участие народный артист России Олег Газманов, группа «Кватро», творческие коллективы Московской области. Поздравить Аграхим Щелково с профессиональным днем химиком, с профессиональным праздником, а также поддержать семьи военнослужащих и тех ребят, которые сражаются за нашу родину, за страну. Я счастлив, что у меня есть такие песни, которые сегодня пели все вместе, вместе со всем залом. Желаю удачи, ясных долгих дней и мирного неба. Очень хорошую поддержку почувствовали. Вот. Очень понравилось, спасибо. Очень доставляет массу приятных, положительных эмоций такие концерты. Очень приятно было послушать. Гордость за страну, за отечество, за ветеранов. Да. Единение со всеми. Восторг почувствовала, радость, счастье. Мы из военной части 26-178 очень благодарны за концерт, за позитив и, в общем, огромное-огромное спасибо. Михаил Налетов, Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Валерий Жиглей. Щелковское телевидение.